Так, сегодня у нас занятие практическое. Значит, вы познакомились с лекциями по первой части курса, посвященной базовым основам нейросетей. Сегодня надо будет пройтись по практической части, посмотреть набор фреймворков, которые мы будем использовать. И на выходе нашего курса вы должны будете сделать лабораторную задачу, решить. Она у нас пойдет как текущий контроль. Вы за нее получите оценку. И, соответственно, эта оценка у вас пойдет как итоговая за семестр по данному курсу. Значит, целью этой работы будет ознакомление с существующими фреймворками для создания нейросетей. Мы будем использовать фреймворк PyTorch для этих целей. И, но прежде чем приступать к описанию самой контроля, мы сначала просто посмотрим несколько слайдов на тему этого фреймворка, что это такое, зачем это нужно, как это использовать, чтобы у вас была какая-то вводная информация. Значит, соответственно, фреймворки довольно много, которые позволяют вам создавать нейронные сети. Как мы уже там на одной из лекций проговаривали, что одним из, скажем так, толчков, да, для активного внедрения нейросетей сейчас стала доступность фреймворков простых в использовании, позволяющих описывать сложные модели нейронных сетей для решения различных задач. Вот этот процесс развития этих фреймворков он продолжается, как на слайде видно. Стартовал где-то с 2012 года с фреймворка KEFI. Это один из тех фреймворков, которые позволили на соревнованиях международных получать некоторый качественный скачок по производительности, по точности работы моделей. Вот. Он разрабатывался для языка C++, его было легко портировать на различные устройства, но, тем не менее, C++ оказался достаточно тяжелым языком для использования при моделировании, поэтому постепенно большинство фреймворков перешло в сторону языка Python. Долгое время очень популярным и до сих пор остается популярным это фреймворк TensorFlow и Keras поверх него, которые разрабатывались при участии Google, и в том числе заточены под их оборудование, такие как TPU. И вот в последнее время начал развиваться фреймворк PyTorch. Это полностью open-source проект, который не связан напрямую ни с одной компанией, вот, который мы будем, в частности, использовать в нашей работе. Собственно, большинство фреймворков, что KeFi, что TensorFlow, что PyTorch, они крутятся вокруг построения вычислительных графов. То есть вы, по сути, описываете вашу модель, ваш алгоритм как вычислительный граф, где у вас есть, причем граф не циклический, где у вас есть наборы входов, есть операции преобразования узлы и есть выходы, которые, в принципе, могут быть любым из узлов, обозначены как выходы. Соответственно, различают несколько видов описания таких графов, как императивные, когда вы роли, как обычной программы, описываете процедуру вычислений, и система записывает этот граф, его использует в вычислениях. Либо напрямую производит вычисления, как, например, в пакете NumPy. И также есть символьные графы, где вы с помощью специальных операторов описываете структуру вашего графа, как набор операций, и потом, вызывая там волшебную функцию компиляции, создаете из них уже некоторую программу, которая производит вычисления в соответствии с вашим графом, задавая ей на вход, ну и, соответственно, можно эту программу выполнить, да, задавая ей на вход какие-то уж конкретные значения. Соответственно, каждый из таких систем, они имеют, то есть TensorFlow, например, он больше относится к символьным вычислениям, PyTorch больше относится к императивным. С этой точки зрения PyTorch выглядит более простым для освоения, чем, например, TensorFlow. Соответственно, для каждого фреймворка есть определенные, скажем так, историю каждого фреймворка, да, начиная от каких-то исследовательских проектов, постепенно они превращаются уже в какие-то коммерческие продукты. Ну, коммерческие в смысле, что за ними уже стоят какие-то крупные компании. Например, KeFi, разработанный одним из авторов, которые там стояли на заре создания вообще глубоких нейронных сетей, постепенно мигрировали в Facebook, да, и выпустили новый фреймворк на основе старого.
соответственно, уже под брендом Facebook. То же самое Torch, который вырос из Facebook, и сейчас тоже, по сути, получается некоторым таким продуктом. Это то же самое Тиано, переросшее впоследствии в TensorFlow. То же самое MXNet, то есть у каждого из таких фреймворков можно найти какую-то компанию, которая в основном вкладывается в развитие этого фреймворка. Значит, что? Ну, тут примеры приводятся, что из себя каждый фреймворк представляет себя, да, то есть вот, например, фреймворк Эфи, там один из первых, там ему, например, для описания нейронной сети нужно там 4000 строчек кода, там в TensorFlow нужно потратить 300 строчек кода, да, в Keras нужно потратить там 6 строчек кода, да, то есть у каждого фреймворка свои плюсы, свои минусы. Естественно, что если у вас много строчек, это плохо, потому что слишком много информации, да, для разработчика, можно что-то упустить. С другой стороны, вы можете очень подробно, детально настроить процесс вычислений. Вот, в то же время, да, если вам нужно просто получить какой-то быстрый прототип, то, возможно, можно подобрать фреймворк, который позволит вам буквально за пару минут собрать нужную вам нейронную сеть. Поверх таких фреймворков, как правило, появляется нагромождение других фреймворков, которые пытаются либо упростить модели для понимания, да, то есть они строятся уже как некоторые матрешки, да, то есть от простого к сложному. Вот, и, соответственно, пытаются таким образом решить какие-то проблемы, да, которые были в базовых фреймворках, например, как фреймворк Keras, который существенно упрощает создание моделей вычислений по сравнению там, с базовым фреймворком, на основе которого он создан. Что еще можно сказать? Да? Ну, то же самое PyTorch. У него есть свои особенности, в частности, то, как описывается модель. То есть она описывается не как в TensorFlow в виде некоторого графа, который в явном виде задается. Она описывается в виде уже некоторого объектно-ориентированного подхода, да, с классами, с наследованием, который внутри себя уже содержит непосредственно описание вычислительного графа. Что еще важно отметить, да, то есть что современные фреймворки, они, как правило, нацелены на сокрытие от разработчика деталей, связанных с тем, на каком оборудовании это будет выполняться ваша модель, да, то есть сейчас самые две популярных – это CPU, то есть на обычных процессорах, да, и на GPU, на графических ускорителей, то есть на графических картах. Преимущество CPU против GPU, да, это ускорение, то есть это на 1-2 порядка быстрее в графических ускорителях будет происходить обработка информации, да, то есть если там брать какие-то современные нейросети, где там миллионы вычислительных узлов, то, скажем, процессор, да, позволяет вам, например, обрабатывать 1-2 картинки в секунду, небольших, там, по 200 пикселей. GPU позволяет вам, по сути, в реальном времени обрабатывать видеопоток, то есть 20-30 кадров в секунду. То есть, по сути, вы можете в реальном времени, например, трекать, где у вас находится объект на изображении, и тем самым реализовывать уже более сложный алгоритм, да, для решения ваших практических задач, когда вам нужна информация ворваться в реальное время. Вот поэтому задачи, связанные с реализацией, тоже неразрывно связаны с фреймворками, и большинство современных фреймворков, если не все из них, они позволяют вам достаточно прозрачным образом транслировать вашу модель из CPU в GPU, ну, буквально вызовом там, одной функции. То есть, если вы построили вычислительный граф, да, то вам не нужно заморачиваться над тем, как, например, его разместить в графическом ускорителе. Если это какой-то распространенный, да, без каких-нибудь заморочек, там, особенностей производителя, да, то, ну, то есть на большинстве распространенных графических ускорителей вы можете вашу модель одинаково легко запускать как на CPU, так и на GPU, просто вызвав специальную функцию. Это одна из тоже особенностей современных фреймворков, что вам не нужно тратить много времени на то, чтобы с одной платформы переезжать на другую платформу аппаратную. Есть там свои тонкости, да, то есть есть разные способы описания графов на графических ускорителях. Это и более классический стандартизированный язык CUDA. И есть, в частности, CUDNN, да, то есть это специально для нейронных сетей разработанная
инструмент для описания графов. Соответственно, фреймворки тоже часто позволяют вам прозрачным образом делать выборы, да, между тем или иным подходом к описанию. Ну и теперь, если непосредственно к PyTorch переходить, да, что он из себя представляет, у него стоит из трех уровней. Это уровни, то есть при описании вашей модели, да, вы будете оперировать на трех уровнях. От самого простого – это обычные вектора чисел, которые позволяют вам делать векторно-матричные операции вычислительные как на CPU, так и на GPU. Да? То есть PyTorch для вас скрывает все сложности, связанные с тем, с разницей, да, между тем, как делать векторно-матричные операции на GPU и на CPU. То есть и там есть свои подходы к оптимизации. Разработчики PyTorch, соответственно, все эти подходы пытаются учесть внутри самого фреймворка, да, чтобы спрятать от вас все эти сложности. Соответственно, первый самый простой уровень, да, это уровень вычислительный, где непосредственно производится сложение, умножение, деление, там, какие-то сложные нелинейные преобразования над векторами. Здесь они называются тензоры. Тензор, по сути, многомерный вектор. То есть там больше трех координат. Да. Следующий уровень – это уровень переменных или уровень узлов вычислительного графа. На этом уровне происходит построение графа вычислений вашей модели, а также, что немаловажно, это расчет градиентов. Если вы вспомните курс адаптивного управления, то там, напомню, для вычисления параметров модели, да, мы использовали метод градиентного спуска, обратное дифференцирование, сложное дифференцирование сложных функций. То есть это тоже определенная процедура, как, например, как происходит корректировка каких-то коэффициентов, например, да, в нашей адаптивной модели, если помним адаптивное управление, то мы вычисляли там градиенты, то есть изменения некоторой функции, описывающей качество работы вашей модели, по тому, как варьировались входы модели, да, или входы параметров, как мы варьировали параметры. Так вот, вот такие градиенты как раз нужны для того, чтобы настраивать нейронную сеть. Поэтому помимо построения вычислительного графа, также необходимо строить и градиенты. Ну, частично мы про градиенты уже говорили в лекциях про обучение нейронных сетей. Так вот, как бы в современных фреймворках вам не нужно их считать руками. Вам достаточно использовать функцию автодифференцирования, которая сделает всю работу для вас, за вас. И третий уровень – это уровень непосредственно описания сложных моделей, да, ну, в данном случае нейронных сетей, но это могут быть не обязательно нейронные сети, которые позволяют вам агрегировать ваш вычислительный граф в виде некоторого объекта, в котором можно производить как прямой вывод, да, то есть подать входы, посчитать выход, так и сделать обратный вывод, рассчитав, например, градиенты, то есть скорректировав весовые коэффициенты. Как выглядит самое простое, да, вот первый уровень, уровень тензоров, да, то есть многомерных векторов. Значит, есть специальный тип данных в библиотеке Torch, PyTorch, который позволяет вам обозначить, что вот данный объект, например, да, это будет вектор в PyTorch. Соответственно, у PyTorch есть набор стандартных функций, которые позволяют вам описывать вектора там, от единичных векторов, векторов случайных чисел и так далее. То есть, как иначе, это просто некоторый объект, да, в языке Python, который позволяет вам производить дальнейшие вычисления с использованием функций PyTorch. Вот все эти объекты включают в себя набор стандартных необходимых функций для вычислений, например, перемножение матриц, какие-то нелинейные преобразования, которые используются в функциях активации нейронной сети. То есть так или иначе, описав тензоры, да, вы дальше можете использовать стандартные функции для того, чтобы, например, перемножить два тензора, то есть вектор перемножить на матрицу. Да. И вот таким образом строить ваши вычисления. В чем еще особенность? Да, в том, что для того, чтобы, например, посчитать вот то, что вы здесь сформировали через, ну, в CPU, да, или в GPU, сделать такой выбор, достаточно просто указать правильный D-type. То есть есть обычный float tensor, да, и есть float tensor, который необходим для GPU. То есть достаточно поменять
тип данных. Здесь был просто torch for tensor, да? Здесь torch CUDA for tensor. Как только вы поменяли тип данных, да, вы автоматически все последующие вычисления будете выполнять на GPU, что, соответственно, там на несколько порядков ускорит все расчеты. Значит, ну, детали там, тут все достаточно прозрачно, да, то есть вы, опять-таки, через стандартные функции создаете просто нужные вам объекты, да, и дальше в процессе вычисления оперируете этими объектами, как обычными переменными в языке Python. В этом, наверное, основное преимущество Python по сравнению, например, с TensorFlow, где вам сначала нужно составить сложный какой-то граф, скомпилировать его, потом подать входы, и только после этого получите результат. Да? В PyTorch вы можете императивно писать программу, как на обычном языке программирования. При этом под капотом у вас будет происходить создание автоматически вычислительного графа, загрузка его либо в обычный, либо дальше вычисление либо на обычном процессоре, да, либо на GPU. Загрузка в GPU и выполнение на GPU. Это одно, наверное, из преимуществ PyTorch, да, такая вот прозрачность, упрощение работы. Соответственно, ну, здесь приводится пример обучения нейронной сети, да, то есть мы описали нейронную сеть как сеть с одним скрытым слоем, одним выходным слоем, да, где у вас входы перемножаются на матрицу коэффициентов, затем пропускаются через две функции нелинейные и вычисляется ошибка обучения, да. Затем вычисляется градиент на уровне тензоров, да, то есть все, как мы в адаптивном управлении делали, и как мы рассматривали это в примерах на наших лекциях, да, где мы прям по шагам проходили, как происходит обучение простой нейронной сети. Вот после чего происходит так же, как в адаптивном управлении, мы делали корректировку весовых коэффициентов. То есть здесь для вас ничего нового нет, да, здесь просто описано, как это, например, происходит в PyTorch на уровне тензоров. Соответственно, там для дальнейшего понимания, да, возникает, нужно отметить такие вещи, как forward, ну, то есть прямое прохождение, да, когда вы вычисляете выходы, и обратное прохождение, когда вы вычисляете градиенты. Значит, там в одной из лекций мы говорили, что одна из особенностей обучения нейронных сетей, да, то, что данные рассчитываются послойно, и также послойно дальше они вычисляют градиенты. И для ускорения вычислений, чтобы каждый раз не просчитывать градиент в обратном направлении, да, как по правилу сложной функции, необходимо сохранять промежуточные значения. Промежуточные значения при расчетах, промежуточные значения при вычислении градиентов. Как раз это вот здесь и происходит, да, но оно происходит здесь вручную. Соответственно, есть на уровне, для того, чтобы это делать, не делать это каждый раз руками, да, как-то это автоматизировать, в PyTorch вводится еще один уровень, это уровень переменных, где вы непосредственно описываете ваш вычислительный граф не в явном виде, да, в ходе последовательных вычислений, а в виде так называемых переменных. То есть вы вводите элементы описания вычислительного графа, не как некоторые модели вычислений, да, которые можно затем переиспользовать. Соответственно, тоже есть специальный модуль автоград, да, автодифференцирование функций, чтобы там не нужно было каждый раз вот такие манипуляции писать, да, это у нас здесь простая нейронная сеть с одним слоем, а есть сети там с сотнями слоев, да, там еще и разные топологии, то есть неравномерные, где не просто вектор на матрицу, да, где есть отдельные еще сегменты. Так вот, чтобы там не сойти с ума при описании всех градиентов, да, вводится модуль автодифференцирования, в рамках которого есть вот новый уровень, который строится поверх тензоров, уровень переменных. Абсолютно точно так же работает. Вы просто оборачиваете какой-то тензор в специальный класс и отдельно задаете для данной переменной, нужно ли вам для нее вычислять градиент. Да, то есть при вычислении результата расчетов, да, нужно ли вам еще вычислять и градиент. Да, то есть как меняется результат в зависимости от изменения параметров. Соответственно, задача резко упрощается. Да, то есть мы используем специальную функцию обратного вычисления градиентов, да, после того, как посчитали прямой вывод. И, соответственно, на выходе мы получаем уже автоматический градиент. Да, то есть не используем расчеты вручную, как здесь это происходило, а используем, по сути, автоматическое дифференцирование. Это вот еще одно преимущество по сравнению с разницей между CPU и GPU, да, где легко переключаться между ними. Это функция автодифференцирования, да, то есть возможность у сложных систем, сложных моделей
вычислять градиенты, не затрачивая на это каких-то серьезных усилий. Соответственно, вот, собственно, наверное, это основные моменты, которые стоит про PyTorch знать. Пум-пум-пум. Ну, здесь просто приводятся дальше примеры, да, как это выглядит. То есть они вот нарисовали вычислительный граф, который они хотят. В таком классическом подходе, там, с использованием фреймворка NumPy, где просто классические вычисления, да, идут векторно-матричные, как в MATLAB, например. Это описывается вот так, да, такой граф, где x плюс x умножить на y, это a плюс z, b, и b просуммировать как вектор, да, свернуть в c. Описано в виде обычных векторно-матричных операций, прямых вычислений, да. Точно так же, та же самая процедура описывается с помощью PyTorch на втором уровне, да, на уровне построения вычислительного графа, где просто прописывается, ну, как обычно, арифметика, да, по сути. Вот, и дальше эта модель, соответственно, строится в памяти, да, и можно, например, посчитать, задав конкретный b, можно посчитать результат вычислений, да. И точно так же, там, вызвав функцию backward, можно посчитать градиент. Все достаточно просто. Значит, точно так же просто переключиться между CPU и GPU, просто вызвав специальный метод CUDA, да, для определения типа ваших переменных. И автоматически, да, вы сразу же вычисления все будете строить внутри графического процессора, а не внутри CPU, что там на порядок увеличит скорость ваших вычислений. Ну и третий уровень остается, да, то есть это база, которая позволяет вам строить вычислительные графы. Да, еще остается третий уровень, это уровень агрегации, то есть когда вам нужно разные гетерогенные модельки строить. Ну, тут для примера приводится, да, есть набор готовых уже слоев, да, например, например, сверточные слои, да, то есть когда мы с вами обсуждали в самом начале, да, что есть там сверточные нейронные сети, обычные нейронные сети. Соответственно, вот для всех, для вас уже подготовлены в PyTorch готовые наборы слоев, например, сверточного слоя, да, где вы только задаете размер входного изображения, задаете размер окна, по которому идет вычисление свертки, и автоматически получаете размер выхода. Да, и сразу все вычисления плюс расчеты градиентов тоже за вас все уже сделано. То есть это просто готовые функции, которые позволяют вам вашу модель добавлять целые куски, не занимаясь описанием каждого отдельного нейрона. Да. То есть если мы здесь пытались описывать каждый отдельный нейрон тут с помощью векторно-матричных операций, да, либо прямо вручную, то здесь можно уже использовать какие-то готовые паттерны, целые куски из теории нейронных сетей, да, которые вы можете переиспользовать. Да? Потому что, как правило, речь идет именно о комбинации различных приемов при построении вашей модели. То же самое по поводу расчета функции ошибки. Да, то есть это может быть либо, как мы задали здесь, простую функцию в виде квадрата разницы между прогнозируемым значением и реальным значением. А можете использовать более сложные функции, которые описаны тоже в этих библиотеках. Да? То есть, почитав про ту функцию, которая здесь есть, вы можете выбрать нужную вам и не заниматься ее созданием. Соответственно, как это выглядит в реальности, да, то есть вы объявляете класс, который наследуется от стандартного класса PyTorch. Дальше внутри описываете наборы слоев вашей нейронной сети. И дальше делаете правила вывода. Да? То есть x постепенно преобразовывается, да, и в итоге получается результат. Вот, по сути, там такая вот нейронная сеть, где 5 сверточных слоев плюс один слой классический выходной линейный, то есть из 6 слоев нейронная сеть, да, она описывается буквально в 10 строчек просто перечислением того, какие есть слои и какие в них параметры. То есть все достаточно просто и прозрачно и понятно. Соответственно, если у вас модель становится еще сложнее, да, то сложность эта не становится катастрофической. Да, то есть вместо там, десятков тысяч строк кода, как в КЭФе, да, вы можете написать это буквально там, в 30 строчек кода. При этом еще можно и параметризовывать, какие-то условия вставлять. То есть достаточно гибкий уровень, позволяющий вам описывать
довольно сложные модели. Ну, например, вот такую, да, вот как выглядит модель в PyTorch, да, описанная вот здесь, в нескольких десятках строчек. То есть тут порядка 30 слоев самого разного вида, плюс еще выходной классификатор с различными эффектами вроде дропаута, линейного масштабирования и так далее. Значит, что еще, да? Что еще PyTorch предоставляет? Значит, предоставляет функции, связанные с оптимизацией. Значит, можно, понятно, корректировать коэффициенты руками, да, как мы это в адаптивном управлении любили делать, а можно использовать стандартную функцию, функцию оптимайзер, да, которая позволяет вам выбирать различные методы оптимизации. То есть это не просто метод градиентного спуска, да, это может быть метод наискорейшего градиентного спуска, какой-нибудь там, не знаю, метод Ньютона, да, то есть самые разнообразные решатели, которые позволяют вам встраивать эти решатели внутрь вашей модели. Вот, по сути, вместо того, чтобы описывать, например, по каждому параметру такое уравнение, да, вы можете просто создать оптимизатор нужного вам типа, передать ему набор параметров, за которыми нужно следить, это то, что касалось перемены, да, и указать коэффициент скорости обучения, да, который мы здесь использовали. И просто дальше вызывая каждый шаг после того, как вы рассчитали градиент, да, вызывать один шаг оптимизации. Все остальное он сделает за вас. Это тоже одно из отличительных особенностей таких фреймворков, что вам не нужно заморачиваться с реализацией каких-то сложных алгоритмов вычисления параметров. Потому что, еще раз повторю, да, мы в адаптивном направлении использовали очень простые алгоритмы. Есть более сложные, да, чтобы ими не заниматься, можно использовать готовые алгоритмы. Значит, что еще? Ну, здесь дальше рассматривается пример. Мы пока на этом не будем останавливаться. У нас есть отдельная для этого лабораторная работа. Значит, что еще важно? Да? Важна организация процесса обучения. То есть, если помните, то при обучении нейронной сети ваша обучающая выборка разбивается на эпохи, да, на фрагменты. То есть, если мы планируем, например, ускорять процесс обучения, процесс настройки коэффициентов через распараллеливание, да, то появляется такое понятие, как бычи. То есть вся ваша обучающая выборка, она дробится на небольшие фрагменты, и обучение происходит на основе этих фрагментов параллельно. То есть если у вас несколько GPU, например, вы можете в каждый GPU загрузить свой собственный бэч, да, и параллельно делать расчет. Соответственно, есть эпоха при обучении, да, разделяют три процесса. Там, это эпоха, когда вы сделали один прямой расчет, да, один обратный расчет и один шаг корректировки коэффициентов. Есть бычи, когда вы, например, то есть пакетная обработка, когда у вас идет целый набор прямых расчетов, обратных расчетов, корректировок, исходя из того набора данных, которые вы предоставили. И есть еще шаги обучения, да, то есть сколько раз вы можете несколько раз одно и то же переобучать, пока не достигнете некоторого минимума, да, необходимого вам качества. Соответственно, тоже есть два подхода. Есть классический подход вручную все это организовывать, да, у вас получается каша в коде, которую трудно поддерживать, да, либо использовать, опять-таки, инструменты, которые предлагает вам PyTorch. Они используют такое понятие как data loader, да, то есть вы создаете специализированный класс, который состоит из трех элементов, да, это инициализация, то есть как загружать данные. Дальше выдача одного элемента из вашей выборки и подсчета количества элементов. И передавая это в Data Loader, да, Data Loader дальше возьмет на себя задачу как разбиения по бычам, так и подсовывания новых данных для обучения нейронной сети. Одно из преимуществ такого подхода состоит в том, что вы, например, можете обрабатывать теоретически неограниченного размера датасеты, которые, например, не могут у вас поместиться в оперативной памяти. То есть вы можете, например, с точки зрения getItem, да, подгружать данные на лету. То есть не пытаться весь объект, например, если у вас какая-нибудь база изображений на сотни терабайт, вам не обязательно, например, ее всю держать в оперативной памяти. Вы можете, например, иметь какой-то счетчик текущего, да, индекса и загружать, например, с диска каждое изображение по мере необходимости. Делать кэширование и так далее, и так далее. Да? То есть такой подход, он позволяет вам строить разные стратегии подгрузки данных и работы вообще с вашими датасетами в рамках PyTorch.
Значит, соответственно, дальше Data Loader имеет функцию распараллеливания, да, то есть он позволяет вам, например, при описании такого интерфейса автоматически распараллелить, например, загрузку этого датасета, то есть создать несколько воркеров, которые будут, например, работать с этим объектом и подгружать разные значения. Ну, например, если вы из диска грузите и хотите, например, на многопроцессорной, на многоядерной системе в параллель, например, производить обучение. То же самое с размерами бча, да, и то же самое с перемешиванием ваших данных. То есть все эти функции так или иначе уже реализованы. Вам остается только описать, унаследоваться от базового класса PyTorch и записать непосредственно то, как данные загрузить и как их выдавать по одному. Все остальное сделает за вас PyTorch. Тут небольшое отступление по поводу того, да, как происходят расчеты. Собственно, да, то у вас данные у вас находятся на жестких дисках, да, а расчеты производятся, например, в графическом ускорителе, да, и время загрузки данных внутрь ускорителя, да, оно не мгновенное, то есть оно требует некоторых временных задержек, что в частности может привести к подтормаживанию, да, вашего. То есть вроде бы вы используете GPU, да, но работает все медленно. Вот один из вариантов, да, то, что у вас какие-то проблемы с тем, как вы организовываете процесс, грубо говоря, загрузки вашей модели и данных для обучения, например, внутрь ваших графических ускорителей. Вот, соответственно, тут, ну, предлагают всякие такие очевидные решения, там, мол, не используйте обычные жесткие диски, используйте SSD, там, используйте несколько потоков для загрузки данных, да, внутрь GPU. То есть есть разные приемы, которые позволяют вам ускорить работу вашей модели, даже не меняя железо. Ну, в целом, тут, наверное, больше так ничего интересного нет. Про оптимизацию мы с вами уже поговорили. Да, есть еще, помимо оптимизации, да, есть еще понятие коэффициента ускорения, скорости обучения, да, который мы тоже в адаптивном управлении использовали, и мы всегда использовали постоянный коэффициент. В частности, на практике, да, обычно имеет смысл его менять динамически, в зависимости от того, как у вас идет процесс обучения. Самые простые изменения – это ступенчатые, да, то есть вы сначала берете очень большой скорость, да, очень большую скорость обучения. Процесс у вас такой получается зашумленный, да, обучение, но тем не менее он быстро находит какой-то такой наиболее очевидный минимум. И затем по мере уменьшения этого коэффициента в процессе там вы можете, например, более точно настроиться на тот минимум, в окрестность которого попали. Соответственно, есть разные тоже модели изменения этого коэффициента, как ступенчатые, где вы там просто говорите, что там каждые три эпохи уменьшая в два раза коэффициент. Так и более сложные, там, вплоть до того, что какой-нибудь там по косинусу изменять, да, или там, например, специально диагностировать, что вы сейчас находите на плато оптимизационном, когда у вас очень пологий спуск, да, и вам нет смысла использовать большой коэффициент, да, потому что вы просто улетите куда-то очень далеко и можете пропустить полезную точку. Вот, соответственно, такие вещи тоже более сложные алгоритмы, да, которые позволяют вам, например, оценивать не только скорость, как бы ускорение, да, вашего обучения, то есть и в нужный момент, например, притормозить, да, чтобы не пропустить нужный поворот при вашей оптимизации. Значит, что еще в PyTorch очень важно, да, есть огромное количество готовых моделей. Их количество таково, что прежде чем вы изучите каждую из этих моделей, да, возможно, вам и не нужно ничего нового придумывать, да, вы можете взять просто готовую модель и ее применить на практике. Тоже это очень полезная особенность этого фреймворка, да, что есть уже готовые решения, которые можно будет использовать. И мы, в частности, в нашей лабораторной работе будем этим пользоваться, да, то есть брать готовые модели и их переобучать под нужную нам задачу. Что еще? Ну, есть стандартные функции загрузки состояния модели, остановки модели. Значит, остановки модели, построение чекпоинтов и так далее. То есть это тоже позволяет вам управлять процессом обучения, например, в нужный момент сохранить состояние модели при обучении, дойти до конца, да, потом понять, что ваше состояние оказалось наилучшим и вернуться к нему назад. То есть тоже своего рода некоторый workflow, позволяющий вам строить сложную логику.
Есть тоже всякие мелочи, там, связанные с инициализацией своих коэффициентов и так далее, в том числе и создание специальных функций обратного вызова, которые будут вызываться в необходимый для вас момент. В общем, PyTorch довольно мощный инструмент, да, кроме обучения, он позволяет еще собирать некоторую статистику вашего обучения, строить графики, да, для оценки, которые тоже бывают достаточно полезными. Вот, наверное, такой краткий обзор. Дальше мы с вами посмотрим уже непосредственно на лабораторную работу. Значит, суть ее будет состоять в том, что необходимо будет применить фреймворк PyTorch и те модели, которые там есть, для решения вашей конкретной задачи. Значит, у каждого будет задано индивидуальное задание, будет выдан шаблон решения, да, вам нужно будет, соответственно, ручками пройтись, обучить модель, попробовать собрать метрики, например, по скорости вычислений, прогнать вычисления как на CPU, так и на GPU, сделать сравнительный анализ и сделать выводы. Вот это будет у вас как текущий контроль. То есть вам до конца семестра нужно будет эту работу провести.